Здравствуйте, дорогая Владимир. Здравствуйте. Искренне и сердечно поздравить с вашим юбилеем. Спасибо большое. Я тронута. Да. Спасибо огромное. Вам спасибо большое за ваше служение Отечеству, начиная вот с вашего легендарного полета в космос. Вы всегда были для нас примером и символом служения, служения Отечеству. Спасибо. Причем в разных местах, на разных должностях. И сейчас продолжаете активно трудиться в Государственной Думе. Я знаю, как вы любите нашу большую общую родину России и свою малую Ярославль. Все время об этом думаете, как мы не встречались, всегда об этом говорите. В этом вот как раз и ваша сила, в вашем сердечном отношении к родине. Спасибо. Спасибо. А берегу крепления в Рыбинске уже начали. Ну, два подарка. Это роскошно. Понятно. Чайка. Да, ваш позывной. Спасибо. И замечательная, замечательная Волга. Красивая картина. Волга, да. Вот как раз из, собственно, из ваших родных мест картина. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Спасибо большое. Я очень тронута вашим вниманием, вашими добрыми словами. Еще огромное вам спасибо за Ярославию, за то, что вы прислали нам человека, который вот уже сейчас и ведет встречи, и посещает города, и встречается с, не только с рабочими на предприятиях, но и с жителями. То есть начало хорошее, а мы стараемся всячески помогать. Уважаемая Валентина Владимировна, для нас огромная честь поздравить вас с орбиты, с Международной космической станции. Благодаря вам, вашему подвигу, вашей удивительной судьбе и неоценимому вкладу в историю наша страна достигла таких высот и в прямом, и в переносном смысле. Масштаб вашей личности потрясает. Вы удивительная, уникальная, красивая женщина, космонавт, мать, бабушка, кумир десятков миллионов землян. Вам нет равных, и нам отсюда это отлично видно. Ваш юбилей мы от всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, реализации всех планов и, конечно, долгих лет жизни. Валентина Владимировна, Чайка, с днем рождения! Борт-инженеры 50-й экспедиции на Международную космическую станцию Сергей Рыжиков. Андрей Борисенко. И Олег Новицкий.